Марина Кожемякина работает в технике HR-Tattoo всего год, однако за это время уже успела стать настоящим мастером своего дела. Золото на международном конкурсе «Невские берега» девушка завоевала, изобразив на затылке модели надпись «Bad Boy». Брутальный имидж, волосы выкрашены в синий цвет и безупречная работа мастера покорили жюри, которое единогласно признало представленный образ самым четким. С каждым разом конкурс становится более сложный и уже узоры не актуальны. Надо придумывать что-то более интересное. И рисунок мы подбирали, больше ориентируясь на модель. То есть по типажу модели. Он у нас парень спортивного телосложения такой. Брутальный, поэтому решили сделать такой образ. В итоге кубок победителя конкурса «Невские берега» уехал в Брест. Художественный выстриг – фирменная услуга салона. Однако, кроме Марины, над созданием широкой палитры разнообразных образов работает команда опытных парикмахеров, победителей чемпионатов парикмахерского искусства Украины, России и Беларуси, которые без труда подберут стрижку к типу лица и фигуры, создадут великолепную прическу и неповторимый имидж для каждого клиента. Все девочки, все мальчики, все наши сотрудники нашего салона очень внимательны к своим клиентам. То есть не бывает такого, чтобы клиент ушел недовольный. Он приходит сюда для того, чтобы получить и увидеть себя в другом образе. Благодаря высококлассным специалистам, создателям красоты, Супер Хай-Фай не страдает от недостатка клиентов. Кроме того, в салоне существует постоянная система скидок. На каждое 6-е посещение для представителей прекрасного пола предусмотрена скидка. Для мужчин – маникюр в подарок. Позаботилась администрация салона и о невестах. Для того, чтобы в день свадьбы новобрачная выглядела настоящей красавицей, мастера готовы работать над прической и макияжем с 5 утра. Приятные бонусы и добрая слава салона привлекают Супер Хай-Фай тех, кто желает сделать свой образ особенным. Я сюда пришла по рекомендации своей подруги, и, конечно, я первый раз здесь осталась очень довольна вот работой мастера. Уютные качели перед входом – приятная мелочь для маленьких посетителей салона. Для любителей педикюра у сотрудников Hi-Fi тоже есть хорошая новость. В планах создание кабинета по педикюру – косметической процедуры, которая пользуется большой популярностью, особенно в летний период. Кто знает, возможно, создание нового места сыграет не последнюю роль в пополнении копилки достижений и побед суперхайфайцев. Ведь впереди еще столько непокоренных вершин на профессиональном поприще, которые ждут своих победителей.